сначала были фотографии. Kiss, Iron Maiden, AC/DC. До этого не знали, что это за музыка. В городе Рязани, конечно, был популярен трэш-метал. Все слушали Металлику, надпись Slayer можно было обнаружить где угодно, даже на проходной нефтезавода. Слэйрфон прозвучал всего 2-2,5 года. Это была, по сути, первая такая настоящая панк-рок-команда. Сейчас я даже удивляюсь, как мы все это вообще вытворяли и как нам все это сходило с рук. Вот эти вот все рифы, все вот эти вот ходы, так, для тех годов, когда мальчику было 16-17 лет, 15. Это, блин, новаторство было. Начали общаться, дружить, и родилась идея не давать совместного выступления. И как-то решили, что этот концерт, ну, должен быть организован по-хорошему. В 93-м году в Рязани был один рок-концерт в полгода. Соответственно, на него приходили все. Он, допустим, был рок-концерт во Дворце пионеров, и на него встречались все. Все друг друга видели, и вот это вот был повод. Мне кажется, практически каждый рязанец того времени имеет отношение к рок-музыке, посетит данное мероприятие. Там бы кровище по струнам. Мы эти гитары потом пацанам отдаем, струны нету, там бы медиатор все точно. Нас хотели сбить после этого, да, вот эти вот ребята, как нам дают гитары. Задушить, задавить их к чертовой матери. Вот начнешь давить, все само вылезет, значит, раньше было прочно. Как раз, да, поэтому это было дорого, наверное, да. Мы были единым целым. Мы решили что-то такое, что сейчас, спустя 20 лет, мы вспоминаем как лучшее в своей жизни.